Уваровская триада православия, самодержавия, народность, как известно, была выработана в качестве российского ответа на триаду Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство». Николай I был убежден, что русская триединая формула обеспечит стране стабильность, убережет ее от потрясений и смут. Путинская Россия на наших глазах движется совершенно той же дорогой, что Николаевская. Нынешние «скрепы» в кавычках звучат не глупее, чем тогдашние. Речь здесь идет о том же самом, о том, что держит, не дает рассыпаться. За без малого два века изменились реалии и терминологии, но не сущностное содержание. Свобода, равенство, братство в сегодняшнем виде – это три сакральные ценности западной цивилизации. Свобода мысли и слова, плюс демократия, плюс эмпатия. Триада православия, самодержавия, народность модифицировалась в гораздо меньшей степени просто в силу сугубой консервативности этой идеологической системы. Под православием в общем имеется в виду то же самое, что в 1834 году. Не вера и не следование христианским заповедям, а единомыслие, за которым строго бдят государство и церковь. Только что в 2017 году российский суд признал отрицание Христа уголовным преступлением. Самодержавие все так же означает личную власть правителя, не ограниченную никакими институтами. Народность – противопоставление «лубочного послушного народа» в кавычках «непослушным Чаадаевым» в кавычках реформатировалось в популизм. Противопоставление условного «Уралвагонзавода» условной «пятой колонии». Но методы остались прежними. Использование низменных инстинктов массового сознания, предельно вульгаризированная пропагандистская риторика, опасливое отношение к просвещению. Точно таким же остается и моральное обоснование реакционности. Все жертвы приносятся ради стабильности и во избежание некоего Майдана. Примечательно, что традиционная российская триада не может заменить ни одну из своих составляющих из какой-то компоненты из того другого набора. Не может быть формулы «свободомыслие, самодержавие, народность». Сразу все начнут кричать, что король голый. Не может быть формулы «православие, демократия, народность», потому что честные выборы и сменяемость власти немедленно покончат с единомыслием и официозом. И православие, самодержавие, братство тоже не срастется. В государстве, где существует насильственно насаждаемое единомыслие и безраздельно властвует вертикаль, эмпатии не бывает. Всякое доброе дело разбивается о казенщину, о чиновничье мздоимство, о недоверии к любой неконтролируемой инициативе. Поэтому все, за что не берется такое государство, выходит бесчеловечным. Понятно, что долго ультраконсервативная конструкция держаться не способна, потому что тормозит всякое развитие мысли, общества, образования. Даже в 19 веке, когда время двигалось много медленнее, уваровской идеологии хватило всего лишь на 20 лет, и мы помним, чем это закончилось – крымской катастрофой. Борис Акунин.